Приветствую вас на своем канале. Готовим сегодня вот такой бататно-банановый пирог. У меня старый банан, как вы видите, но он вкусный, он сладкий. И залежался батат. 4 яйца. Батат и банан довольно-таки сладкий. Можно насыпать 100 грамм песка, это полстакана. Я насыпаю 150. Взбиваем. Нам совсем пышная масса из яйца и сахара не нужна. Добавляем соль. Пакетик разрыхлитель теста. Это 10 грамм. Разрыхлителя теста у меня совсем мало, поэтому я добавляю соду. И немножечко ее гашу лимонным соком. Можно погасить уксусом. Если у вас нет ни того, ни другого, не гасите совсем ничего. Если у вас нет разрыхлителя теста, прямо на кончике ложечки, без верха, соду. Один стакан муки сверху, но без горки. Желательно ее просеять. Перемешиваем. Само тесто приготовлено. Займемся бататом. Чистим и натрем на терке. Вот так выглядит батат. Он рыженький и сладенький. Натерла я его на мелкой и средней терке. Банан можно сделать как пюре, как однородная масса. А можно и порезать. Если вы используете вот такие кругляшки, то вот эту массу мы перемешиваем до однородности. У меня есть вот такая форма, она 20 сантиметров, но она нам не подходит. Берем побольше форму, это у меня 24-25. Нам нужен лист пергамента, сливочным маслом или маргарином, или растительным маслом. Надо пройтись по стенкам вашей формы. Натираете пергамент также, чем вы будете смазывать. Хорошо выпекать в силиконовых формах. Вот такая у меня форма. Вся красота у нас здесь. Но пирог у нас поднимается шапкой кверху. И когда вы переворачиваете, он поверх начинает трескаться. Форму немного выливаю массы. Все-таки я решила поменять форму, потому что все-таки это получается у нас большая. Выкладываем банан. Вот продвинутые блогеры вам никогда не покажут свои косяки. У них всегда все прекрасно и хорошо. Никогда ничего не горит. И все подходит, как и должно быть. И выкладываем оставшуюся массу. Эта форма вполне подходит. Но по миске, когда было замешано тесто, казалось очень-очень много. Ставим выпекаться 180-183 градуса. И вот наш пирог. Готовность проверяем палочкой, шпажкой, зубочистка, спичка. Если она сухая, то пирог готов. Я его перевернула. Аккуратно снимаем пергамент. Можно оставить так, а можно и вот так. И вот наш пирог. Можно посыпать сахарной пудрой.